На Буковине, на Украине. Скажите ваше мнение именно по проведению этих заходов, про... Я получила колоссальное, я зарядилась, просто зарядку как получила. Как вам нрав? Отличное, просто отлично, народ отличный, понимаете? Как у вас практически не изменился народ, то есть он такой же остался, у нас злой стал народ. У нас просто не та была Россия, а у нас теперь, по-моему, Америка. У вас частые выборы, Путин, Медведев. Нет, Медведев, у нас Путин. Америка, у нас гонят, людей приучают к деньгам. У нас больше теперь игра с деньгами, а не с добротой. У нас так и идет. Полюби себя, и тебя любить будут. Каких пород? Все любят себя. Ваш покойный муж с каких пород начинал? Мой муж, он лачатник был, он иркутский, он северянин. Он начинал с лайк. Тогда лайки, ушки стояли. Это лайка. Там много у него была даже собака с волком. Вот. Он очень рано. Его брали на охоту с 12 лет, потому что единственное у него тогда были рабочие собаки. Вы сейчас перешли к норным породам собак в связи с тем, что они более... Нет, я не переходила. Я просто в Германии влюбилась. Ага, вы в Германию. Да, влюбилась в яг-терьера, в его наглость. Вот, и я просто была в потрясении от этой собаки, маленькой такой, наглой, никого не боявшей, и как-то я в нее влюбился. Ну, в той же час и рабочий. Ну, понятно, что рабочий. На охоту вы с ними выходили? Я уже не хожу 7 лет. Возраст. Очки. Глаза, это... Я не могу смотреть, они у меня потеют, и это... Я чуть собаку свою не убила, и я бросила. За свою молодую жизнь вы ружье в руках держали, добывали ой. Перо, зверя. Я раз приехал до них, дома ой. И не достал. Это было такое, я вам даже не скажу. Не буду говорить даже, не хочется мне об этом говорить. Нет такого места, по-моему, куда я не ступила ногой своей, и чтоб мне охота. Нет, по-моему, такой дырки, куда я не влезла и не доставала зверя.